мы сейчас находимся в Армении, город Ереван. Мы сюда приехали с пересадочкой. В 6 утра мы вылетели. В 4 мы были уже в аэропорту. Мы прилетели сначала в Киев, там прекрасно провели время. И через 3 часа мы улетели в город Ереван. И вот мы здесь на каскаде. Здесь супер красиво. Девчонки, как у вас дела? Отлично! Супер, смотрите, какая тут красота. Красота, мы на каскаде. Вау! Круто! Ждите новостей. Девочки, расскажите, что вы делаете? Покажите, как вы это делаете. Да, давай, покажите, как надо пить. Вот так. А мы продолжаем наши трансляции из Еревана. Мы на прекраснейшей улице. Здесь движуха, тусовка. Красота, красота. Мыльные пузыри. Мы могли просто свернуть. Мы передаем всем большой привет. Большой привет. Всем большой привет. Как у вас дела? Нормально, нормально. Я Россию пил, Волгоград пил, месяц назад пришел. А вы откуда? Из Латвии. Латвия? Да. Мы русские друзья. Наши в Армении. Всем привет! А теперь мы нашли площадь республики. И нам здесь очень нравится. Смотрите, как красиво. Девчонки, где мы? Где мы? Мы на площади республики. Очень красиво. О. Тихо, идут с ветром играть. Тихо. Тихо, народ. Попали на такой праздник, он раз в год. Здесь все обливаются водой. Это просто кошмар. Посмотрите на нашу Даночку. Как ты? Короче, я не знаю, как можно было попасть на этот праздник. Раз в год люди приехали, тут все обливаются. Но это, ну, я не знаю. Он ищет, короче, где мы вообще живем. Вот так вот. Очень красиво, но очень мокро. Тихо, ребята, все. Да ты что? Подожди, вот мы мокрые, счастливые. Едем в такси домой. Красивый домой. Памятник, как Элина сказала, родина-мать, или как ее там? Я не знаю, как это называется? Родина-мать. Родина-мать. Девочки, как у вас дела? Наночка вся мокрая. Мокро. Там еще кого-то не видно. Саша. Все едем домой. Да, это я. Родина-мать. Праздник. Крутяк. Аля.